Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели уроки безопасности для учащихся старших классов местных школ. Цикл занятий посвящен профилактике и борьбе с проявлениями экстремизма. Полицейские рассказали ребятам о правилах личной безопасности в общественных местах и школе, а также о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Большое внимание уделили общению и размещению материалов в сети интернет.